Дагестан закупает дорожные камеры на 9 миллионов 800 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Новое дело». Данные контракта размещены на сайте госзакупок. Аукцион на установку систем мониторинга транспортных потоков на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения выиграла московская компания «Минимакс-94». Заказчиком выступил Центр организации дорожного движения. Сумма контракта составила 9 миллионов 850 тысяч рублей.